виртуоз. За кулисами они готовятся все вместе. Настоящая молодежная сборная джазменов с тренером Игорем Бутманом во главе. Перед выходом на сцену он с каждым говорит отдельно, настраивает. Пошли, ребята, выходим. Показать Москве будущее джаза Игорь Бутман решил сразу, как только на конкурсе в Ростове-на-Дону услышал 16-летнего Михаила Гейфмана импровизациями на губной гармошке. Он тогда покорил жюри, завоевал первую премию. Олега Акуратова из Ейска на сцену выводят за руку. Музыкант не видит с рождения. Зато за роялем никакой посторонней помощи пианисту-виртуозу не нужно. Это о нем свой фильм «Пестрые сумерки» сняла Людмила Гурченко. Акуратова знают уже не только в России и не только как джазмена. Я раньше не любил классическую музыку, сейчас все люблю. И ничего не буду бросать играть, я буду играть все. И классику, и джаз. Этот концерт словно соперничество разных школ. 21-летний саксофонист оркестра Игоря Бутмана Илья Морозов, сдержанный, немного академичный, соревнуется в этот вечер с темпераментным итальянцем. Франческо Кафиса уже известен во всем мире. Выступал, конечно, как музыкант на Олимпиаде в Лондоне и перед Бараком Обамой. В свои 23 организовал даже джазовый фестиваль у себя на родине, в Сицилии. Я не выбирал джаз, это джаз выбрал меня. Я был совсем маленьким, когда начал играть эту музыку. Мне было 7, и с тех пор джаз вся моя жизнь. Барабанщик Марк Уитфилд и вовсе не помнит, что делать он начал раньше. Говорить или играть на ударных. Первый раз вышел на сцену в 2 года. Зато Кейт Дэвис пришлось сначала дорасти до любимого инструмента. Я играла на фортепиано, на скрипке, но играть на контрабасе мне нравится больше всего. Это круто. Говорят, он очень подходит под мой голос. Еще одна джаз-вумен на этом концерте – Алевтина Полякова. Пока единственная девушка в России, которая на тромбоне исполняет джаз. В оркестре Игоря Бутмана она играет вместе с саксофонистом Дмитрием Моспаном, участником проекта «Большой джаз». В перерывах между съемками на Мосфильме один из фаворитов телешоу признается, выступая с родным оркестром, отдыхает от конкурсной борьбы. Особенно приятно познакомиться, пообщаться. Вот я уже своему коллеге по саксофону выразил уважение. Игорь Бутман в этот вечер со сцены не уходит. Играет сам, дирижирует, иногда просто отходит в сторону. Всматривается в это будущее мирового джаза. Просто поразился действительно глубине их знаний, мастерству, пониманию джаза. Талантов сейчас музыкантов гораздо больше. Я рос один. Когда я был джазовым музыкантом в Советском Союзе, я как саксофонист был самый лучший. Но не то, что я был самый лучший из 50, я был самый лучший из одного. За 2 дня репетиций они создали и дуэты, и квартеты, и даже квинтет. Начинающие и в то же время уже абсолютно профессиональные музыканты. Это будущее джаза, с которым российская публика еще обязательно встретится. Марина Губина, Алексей.